Я сначала в первый год, когда был в СИЗО, вот в этих условиях там находился, я вообще думал, всем отомщу. Я хотел отрезать уши. Думал, ну, как сказать, поотрезаю им уши. Возьму на себя эти 111 и буду говорить, раскаиваюсь, возмещу как смогу. Ну, то есть, ну, дадут там еще немного. Да какая разница уже? Как бы, ну, вот так я злился. Я первый условный срок получил несправедливо, то есть... Ну, ни за что. Сфабрикованное дело. Второе, такое же сфабрикованное дело. Я думала, знаете как? Блин, а если ему год дадут? Что я целый год буду делать без него? Год. Дают 5,5. Представляете, я на поворот чуть не упала вообще в суде, когда вот это услышала. Осторожно все. Майя, ты можешь такой тортик? Он вкусный. С орешками? Первая судимость у меня была условным сроком. Появилась она у меня после того, как я развелся с бывшей женой, вот от которых у меня два сына осталось, Данил и Илья. Сама ушла, как бы, сама там натворила делов. Любила погулять, любила клубы, дискотеки, выпить. Ну, вот как-то на этой почве мы развелись. Я начал встречаться с Катериной, это вот теперешняя моя жена. Как бы мы с Катериной с 15 лет дружили в одной компании, друг друга знали, как бы общались. То она меня обратила внимание. Ходил постоянно там. Ну, сначала встречаться предлагал, когда там маленькие там. Потом даже жениться предлагал. Ну, как-то я с другого замуж вышла, там женился. Вот, потом уже спустя время как-то... И у него развод, у меня развод. Ну, как-то все-таки решились отношения создать. Все. Кто самый хулиган, руку вверх? Я! Вот у нас самый хулиган. Бывшая супруга как-то раз взяла, позвонила мне и сказала, если ты ко мне не вернешься, я тебя посажу. Ну, для меня это было, конечно, смешно, как бы, за что она меня посадит и что за бред. Не придал я этому значения, как бы, у нее, получается, тетя работала в ПДН. Ну, она и сейчас, как бы, в полиции трудится у нас. В общем, с тетей они там провернули такое дельце. 7 заявлений в один день написали. Якобы на протяжении 2,5 лет нашего совместного проживания там я ее избивал периодически. Ну, и к этим заявлениям не было ни свидетелей, ни справок о побоях, вообще ничего. Ну, для нашего полевского суда ничего не надо, оказывается. В итоге мне дали 3,5 года условно.
У меня отец столяр. Отец сам собрал себе все станки, ничего даже не покупал. Я с детства, там, с 5 лет уже начинал все эти деревяшки строгать. И мне это было интересно. Мы взяли с Катериной, с женой, кредит. 200 тысяч мы взяли. И купили инструмент. И так получилось, где-то, ну, месяца 2-3 прошло, и мне как бы посадили уже в тюрьму. В общем, заказали доставку пива через такси. И все, я диспетчеру-то звоню, ну, уже минут 20 прошло. Я говорю, как бы вы сказали, 10 минут и приедет. Я прождал там полчаса, на улице простоял, он подъехал. Я говорю, ты, если левыми заявками куда-то едешь, я говорю, ты хоть диспетчеру скажи. Я говорю, я-то тебя жду. Он, да что ты там начинал? Ну, начал дерзить мне. Я как бы выпивший, я просто на его дерзость левой рукой вот так шлепнул. Ну, разбил ему губу, я его бить не стал, как бы это. Ну, эти бутылки выпали. Ну, выпали, я как бы пакет-то подобрал, и все. А поднялся домой, мне уже ночью позвонили опера. Сказали, что вот на тебя там заявление написали, все. Они же выставили это все грабежом. То есть, ну, как выгодно было более тяжкую статью закрыть кому-то. Следователю, может, выгодно было. Уровень там раскрываемости они, может, на этом сделали, повысили себе. Ну и, в общем, в итоге меня слушать никто не стал. Утром, когда я пришел в дежурную часть, меня сразу закрыли, так как я уже на условном сроке. И увезли в СИЗО. Там не было стекол на окнах, в куртках жили. Делали из кипятильников самодельные плитки. 4 плитки включим сразу там. Пакетами там, этими одеялами завешивали эти решетки, чтобы не дуло с улицы. И в куртках вот так вот мы это, кантовались всю зиму. А в итоге через полгода в СИЗО, как бы, ну, вот эти суды все, прошли у меня, и вот вынесение приговора 5,5 лет. Зачитали мне приговор, учитывая 5 детей на иждивении там, и прочие заслуги. То есть 5,5 лет общего режима. Постоянно с человеком вместе, даже в магазин вместе. Ну, 24 часа в сутки с человеком. Тут человека нет. Я, во-первых, даже вот, ну, первый вот месяц отходила. Я даже не знала, я приходила в магазин, и я стояла как дура. Так, а что покупать? Что делать? Как какого-то котенка выбросили, вот так вот ты. Ну, как бы, заново как бы учишься ко всему, получается. И каждый шаг, все вместе. И тут как бы как забрали все вообще. Пустота такая осталась. Растеребили старые раны. Ну, прости. Ну, работа такая. В своих там планах я там, я не знаю, я хотел этого прокурора там, судью вообще там уничтожить просто, блин, эти страсти, конечно, рассказывать, эти мечты, блин. Ну, а там я трудился в столярке, работал также столяром. Единственное, что меня, да, вот спасло, что я приходил в столярку и чувствовал себя как дома. То есть, чем я занимался? Доски те же, станки те же, то есть своим любимым делом занимаешься. И успокоился, и как бы решил, мне это все ни к чему, эта месть ни к чему хорошему не приводит. То есть я просто забыл про все эти обиды, там, про все эти
Месть, ненависть, она разрушает в первую очередь человека, который испытывает эти чувства. Их надо гнать от себя подальше. А там уж как судьба у всех сложится. Каждому свое, у каждого своя судьба. Ну, я так считаю. В один день у меня был суд по УДО 1 сентября 2017 года. И Катерина, ну, бывшая моя супруга, разбилась утром этого же дня. В 4 утра, получается, она разбилась. Позвонил адвокат, сказал, что ты прошел суд и через 10 дней освободишься. Вот. И говорит, вторая новость есть, говорит, Катя разбилась, говорит, и это самое, ну, все, умерла. Детей забрали в приют. Ну, я вот вышел через 10 дней, пошел, значит, в опеку, говорю, где мои дети, ну, я пришел их забирать. Мне сказали, вы же, это самое, только что отбыли наказание, с вами будет работать наш психолог, мы вам никого не отдадим. Я говорю, я прав так-то не решен родительских. И почему мои дети должны находиться в приюте? Там в приюте вообще ничего хорошего. Я к ним ходил каждый день, они говорят, там их и бьют ребята, и никто не следит за ними. И кушают они плохо, я туда и еду носил, и все. Ну и ребятишкам тоже это, конфеты покупал, кто там вообще, ну, находится, кто в приюте. Мы с Катериной тогда мешок большой взяли конфет, чтобы всем хватило. Так они что делают? Они же это, контролируют, типа, они по одной конфетке дали, остальное, наверное, себе забрали. Потому что мне дети сказали, там, ну, конфет-то особо это мы не видели. Мы же видели, сколько вы принесли, а сколько нам дали уже это. То есть, да везде это коррупция вот эта дурацкая. Я говорю, у вас незаконное удержание детей получается сейчас. Статья уголовная есть, говорю, по этому поводу. Мы будем разбираться. Нет, прям идите забирать. И психолог не нужен сразу стал. Ну, человек, если не знает это, не юрист, да, значит, его все будут обманывать постоянно. Мне и государство такое не нужно. Мне и налоги туда не хочется платить. Я лучше буду сам на себя работать и никому ничего платить не буду. Ну, тяжело мне это самое. Я бывает и до 2 часов ночи работаю, бывает и по ночам, когда заказов много. Но вот сейчас взял напарника себе, Антона. Он уже 3-й месяц у меня. Ну, как бы он не столяр, но помогает, учится. Для вот бывших заключенных нужны вот такие вот, ну, люди, как я, которые им будут помогать, то есть давать рабочие места эти. Стой! Стой! Получишь сейчас меня. А нет поддержки у нас от государства никакой. Поддержки нет. Только вот мы друг друга сами можем поддержать. Человек, понимающий какой-то там, тоже когда где-то там бывал, он ему руку помощи даст. Попытается его пристроить только по знакомству. А вот так вот я освободился, я куда ни пошел, мне служба безопасности не пропускает вас. Ну и я начал своим делом заниматься тогда. И все, потому что жить-то как-то надо было. У нас нету центра по реабилитации вот в городе, к примеру, да? Хотя он должен быть, а ребят таких очень много. И как эти учреждения называются, исправительная колония, так я скажу так, эта колония ломает судьбу человеку и психику. Ни один психолог с ним работать в колонии не будет. Они туда идут к психологам и не хотят туда идти. Вот он не хочет свои проблемы этому психологу рассказывать, потому что какую-нибудь полосу ему поставят, скажут суицид, полоса. И будут его каждые полчаса ходить проверять. То есть еще беспокойнее у него жизнь станет. Вот такие вот там психологи работают.
Это не психологи, это изверги, которые над людьми издеваются. Просто в наших колониях издеваются над людьми. Никто не исправится в таких условиях. У нас все погрязло в коррупции. То есть всех только деньги интересуют. И судьбы людей ломать они могут, вообще не задумываясь. Как бы этим они и занимаются все. Вот так вот.